Мы продолжаем с вами разговор о различных формах выражения преданий в православной церкви. Мы уже с вами говорили о Писании как об одной из форм выражения предания, но в православной церкви это не единственная форма, и на самом деле даже, может быть, нет очень четкой границы между Писанием и остальными преданиями. Ну, как иллюстрация этого я прочитаю слова Хомякова, Помните, один из лидеров славянофилов и такой непрофессиональный, не церковный, но очень влиятельный богослов православной церкви. Хомяков пишет, не спрашивая церковь, какое писание истина, какое предание истина, какой собор истинен и какое дело угодно Богу, ибо Христос знает свое достояние и церковь, в которой живет Он, знает внутренним знанием и не может не знать своих проявлений. Священным Писанием называется собрание ветхозаветных и новозаветных книг, которые Церковь признает своими. Но нет предела в Писанию, ибо всякое Писание, которое Церковь признает своим, есть Священное Писание. Таковы, по преимуществу, исповедания соборов и особенно Никея Константинопольская – Посему было до нашего времени священное писание, и если угодно Богу, будет еще священное писание. Это немного непривычная концепция для протестантов, по крайней мере. Для протестантов священное писание – это фиксированный набор книг, канон, и на этом все завершается. И если и говорится о каких-то преданиях, то они существуют отдельно, как совершенно другая категория. Но обратите внимание, для Хомякова священное писание практически не ограничено набором канонических книг, и он согласен назвать священным писанием и решение соборов, и даже согласен, что еще какие-то новые священные писания будут появляться. Это не значит, что каждый православный будет считать таким образом. Некоторые православные богословы все-таки выделяют священное писание в отдельную категорию и проводят более четкую границу. Тем не менее, подход Хомякова позволяет нам увидеть вот эту вот картину. Есть церковь, и церковь на самом деле обладает истиной, обладает полнотой, в церкви живет Святой Дух, и потом, в историческом своем существовании, церковь время от времени порождает некоторые священные Писания и другие формы. И вот одна из форм, следующих форм, о которой мы поговорим сегодня, это соборы и решения соборов. Говоря об этом, мы должны несколько слов сказать о структуре православного богословия. На самом деле в православном богословии не все идеи, не все концепции равны. И в православном богословии обычно разграничивают три уровня. Первый, высший уровень, это догматы церкви, следующий уровень, это благочестивые верования, и самый низший уровень, это богословские мнения. Догматы церкви, это то, во что обязан верить всякий православный христианин, или то, что, как правило, зафиксировано соборами православной церкви. То есть, когда православная церковь собирается в лице своих епископов, провозглашает какую-то идею, какое-то мнение учением церкви. Это догмат. Соборов было немного и догматов очень немного, но догматы – это сердцевина православного учения. Помимо догматов, в православном богословии есть так называемые благочестивые верования. То, что никогда не провозглашалось официально, то, что не обсуждалось на соборах, но так уж исторически случилось, что вся православная церковь в это верит. Или большая часть, по крайней мере, православной церкви в это верит. Может быть, одним из примеров благочестивых верований можно назвать мытовство души. Человек после смерти проходит через определенное мытарство, мы потом про это поговорим поподробнее. И вот это вот учение о мытарствах и всякие практики, связанные с мытарствами, в том числе молитвы за умерших, это не обсуждалось никогда ни на каком соборе. Но в это верит православная церковь. Исходя из этого, она строит свою практику. И вы помните, что церковь на самом деле является хранилищем истины. И если вся церковь в чем-то убеждена, то, в общем-то, так оно и есть. И поэтому это тоже, если и не абсолютно обязательное, то практически обязательное верование для всех православных. Есть богословские мнения. Богословские мнения – это то, что никогда не провозглашалось соборами, и то, во что пока, может быть, не верит вся православная церковь, то, по поводу чего существуют в православии какие-то споры. Может быть, когда-нибудь богословское мнение овладеет всеми и станет благочестивым верованием, может быть, когда-нибудь соберется собор и провозгласит это догматом, но пока этого еще не случилось, разные православные люди имеют право соглашаться или не соглашаться с этим мнением. Ну, как просто, как пример того, что может быть, можно отнести к богословским мнениям, это учение о Софии. Помните, мы немного говорили с вами о Сергии Булгакове, который считал, что в божестве есть женское начало, София, и у него вся богословская система построена вокруг этого. Булгаков и некоторые другие православные так думают, остальные с ним не согласны, и Булгаков всегда говорил, что это мое богословское мнение. Я имею право на богословское мнение. Может быть, да, оно когда-то всеми владеет, может быть, когда-то оно будет отвергнуто, но в православии есть целый набор вот таких богословских мнений, которые потом могут как-то развиться или которые потом могут быть утеряны. Так вот, в этой системе из догматов, благочестивых верований и богословских мнений центральное место занимают догматы. Догматы формулируются соборами. В истории церкви было не очень много вселенских соборов, то есть не очень много соборов, на которые собирались представители всей православной церкви, или точнее, всей существующей на тот момент церкви. Дело в том, что для того, чтобы собор был действительно вселенским, там должны быть представители всех пяти древних патриархатов. Но после того, как римская церковь отпала от православной церкви, ну, по крайней мере, так православные описывают эту ситуацию, после того, как случилась невозможность собрать собор, где были бы все православные патриархи, все православные епископы, в том числе и принадлежащие к римской церкви, вот это собирание соборов прекратилось. Так что до момента раскола, до момента, как отношения окончательно испортились, церковь успела собрать всего семь соборов. Соборы эти были следующие. В 325 году был первый Никейский собор, и на этом Никейском соборе были осуждены взгляды Ария, который не считал Христа равным Богу, а считал его первым особым из творений, и этот собор утвердил, что сын единосущен отцо и принял никейский символ веры. В 381 году был Первый Константинопольский собор. Он подтвердил решение Никейского собора. Он подтвердил также божественность Святого Духа и осудил еще одну христологическую ересь, ересь Аполлинария. В 431 году был Эфесский собор. На Эфесском соборе было осуждено учение Нестория, который фактически разделял Христа на две личности, там одну божественную, другую человеческую. И на этом же соборе было утверждено наименование Марии как Богородицы. Следующий собор в 451 году, Халкидонский собор, осудил ересь Евтихия и провозгласил, что во Христе присутствуют две природы в одном лице, божественное и человеческое. Мы вспоминали чуть-чуть в связи с апофатическим богословием. Помните, природа существует не слитно, неизменно, не раздельно, не разлучно. Это как раз выражение из определения Халкидонского собора. В 553 году был Второй Константинопольский собор, и второй Константинопольский собор связан с монофизитским спором, спором о том, сколько же все-таки природ во Христе. И этот собор осудил богослову Феодором Псоэцкого, Феодорита Акирского и Ива Эдесского, которые, ну, по своим взглядам, были отчасти близки к Несторию. Шестой собор был в 680-681 году, это Третий Константинопольский собор. А на этом соборе была осуждена ересь монофилитства, то есть утверждение, что во Христе есть только одна воля, а не две воли, божественная и человеческая. И, наконец, в 787 году был Второй Никейский собор, на котором были осуждены иконоборцы и утверждено иконопочитание. Вот эти решения соборов основание, сердцевина, догматов православной церкви. Если мы посмотрим на них с протестантской точки зрения, то, в общем-то, я думаю, у нас не возникнет каких-то серьезных проблем по поводу решений шести Вселенских соборов. Мы признаем Троицу, мы признаем единосущность Сына и Духа Святого Отца. Мы признаем божественную и человеческую природу Христа в одном лице. Не всем протестантам нравится термин «богородица», но потом поговорим о его смысле отдельно. Мы ну, в большинстве случаев, по крайней мере, большинство протестантов признают, что во Христе две воли. Так что с решением первых шести соборов, в общем-то, и протестанты, наверное, согласятся. И на самом деле решение первых шести соборов это часть нашего предания, в том смысле, в котором предание употреблялось вот в рамках магистрской реформации. Помните? Магистрская реформация это писание как абсолютный авторитет, но также принятие традиционного уже совершившегося в церкви, следующего из Писания толкования. Вот как такое предание, как предание, вытекающее из Писания, большинство протестантских церквей принимает решение первых шести вселенских соборов. А к иконам, конечно, отношения особые, и потом про иконы мы с вами поговорим отдельно. Теперь, говоря о соборах, нам еще вот что нужно отметить. Как вообще воспринимаются вот эти догматические решения соборов? Мы многократно говорим, что это догмат, это истина, это то, во что должны верить, должны верить все православные. Но если вы помните, когда мы обсуждали восточную расиологию, когда мы обсуждали восточное представление об истине, то мы с вами отмечали, что на самом деле истину невозможно сформулировать в словах что настоящая истина, она переживается, к ней можно быть причастным, но то, что дано в словесных формулировках, оно все-таки не является полной, абсолютной истиной, недоступно такое. Так вот, почему же догматы соборов в православной церкви считают истиной, нет ли здесь какого-то противоречия? На самом деле противоречия никакого нет, и легко понять ситуацию, если мы вспомним Православное древнее название этих догматов. Догматы называли оросы. Если вы где-то будете в литературе смотреть решения соборов, вы увидите этот термин. Орос, ну, там, например, такого-то Вселенского собора. Слово орос, греческое слово, обозначает граница. Это очень важно. Орос ⁇ это граница. И догмат собора воспринимается не как абсолютная истина. А как описание границы между истиной и ложью. Задача собора указать, где граница. А с православной точки зрения, церковь всегда обладает полнотой истины, просто внутри себя, благодаря тому, что Лоский назвал вертикальным преданием. Но время от времени, в своем историческом бытии, церковь сталкивается с какими-то ересями, с какими-то обступлениями, с какими-то проблемами. И тогда она в виде догматов указывает, где граница между собственной церковью и тем, что церковь отвергает. Поэтому, хотя догматы обладают абсолютным авторитетом, но они обладают этим авторитетом не потому, что так выражена полная истина, а потому, что так выражены границы между церковью и ложью. А догмат – это такой творческий процесс, Составление этих догматов ⁇ творческий процесс, может быть, и такая интересная иллюстрация. Мы уже несколько раз произнесли слово ⁇ единосущный ⁇ Это решение Никейского собора, что сын единосущен отцу. Интересно, что это слово не встречающееся в Библии. Вы нигде в Библии не прочитаете, что сын единосущен отцу. Это следует из Библии, но в Библии нет такой формулировки. И здесь нам кое-чему стоит, может быть, поучиться. Мы в, были в своих спорах о разных, может быть, наших даже внутри протестантских вопросах, все время ссылаемся на Библию, все время цитируем Библию, все цитируют одни и те же стихи, но при этом иногда так случается, что одни и те же стихи, одни и те же слова понимаются по-разному, и в результате... Диалога подлинного не получается. Стихи с одной стороны, стихи с другой стороны, несогласия по поводу них поспорили и разошлись. Так вот, что было сделано в рамках собора, что делались вообще а, при составлении оросов соборов? Иногда создавались специально термины, не библейские термины, потому что библейские термины каждый там толкует и понимает по-своему, а специально избирались термины, которые позволяли четко разграничить а, одну и другую позицию. Когда появился а, термин единосущный, то специально был выбран термин который одна группа людей признавала и другая группа людей отвергала. Ведь и ариане, и ортодоксы, они все цитировали Библию. Они все были согласны, что библейский текст авторитетен, и понадобился такой вот термин, который позволил разграничить одно от другого. Так что у соборов есть очень интересный творческий подход, и когда мы размышляем о богословии, об истории, и когда мы говорим, вот у нас должна быть только Библия, это важно, и это хорошо, что у нас должна быть только Библия, и только на Библию мы опираемся, но нам нужно поучиться, в том числе и у отцов соборов, поучиться, как говорить о нашей библейской вере, так, чтобы нас понимали однозначно, и так, чтобы потом в терминологии, в формулировках и так далее путаницы не было. Вот соборы отцы соборов, они это делали. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Еще по поводу соборов стоит отметить несколько нюансов. Мы говорим о вселенских соборах, мы говорим об авторитетности для православия вселенских соборов, но вот что любопытно, в древности собиралось гораздо больше, чем семь соборов, ну, формально собиралось больше, чем семь соборов, и были соборы по составу участников, по формату проведения, не чуть не хуже, чем те соборы, которые называются вселенскими. Мы с вами упоминали, например, собор, который утвердил иконопочитание, но незадолго до этого проходил другой собор, на котором были представители тех же самых епископских кафедр, который также проходил по своему формату и который запретил иконопочитание. Один собор признается, как подлинный православный Вселенский собор. Собор, внешне выглядящий точно так же, но запретивший иконопочитание, считается собором ложным. Был другой, например, в Эфесе собор, так называемый Разбойничий собор. Были еще несколько таких ситуаций в истории церкви, когда что-то очень собор, похожее на соборы проходило, но не признается соборами. Как православные разбираются в этой ситуации? Как они решают, какие соборы действительно сформулировали догматы, действительно хорошо показали границу между истиной и ложью, а какие соборы были просто с человеческим мнением, которое не подлежит ну, какому-то принятию. И здесь опять та же самая ситуация. Мы все время возвращаемся к вот этой православной идее. Хранительницей полноты истины является церковь. Церковь обладает кафоличностью, церковь обладает полнотой. Если церковь согласилась с решением собора, этот собор был истинный. Если церковь не согласилась с решением собора, этот собор был ложный. Собор сам по себе не обладает авторитетом. Он сможет он стать истинным в глазах церкви только после того, как церковь своим согласием подтвердит решение этого собора. Поэтому церковь сейчас использует иконы. Отсюда следует, что собор, утвердивший иконопочитание, был истинным, собор, выступавший против иконопочитания был ложным. На практике, конечно, это, наверное, создает проблемы. Ну, не такие проблемы сейчас вообще соборы не собираются, но потенциально это может создавать проблемы, когда собрался собор, приняли решение, за решение провозгласили. И остается только подождать сто лет, чтобы выяснить правильно это решение было или неправильное, истинный собор или неистинный. Может быть я чуть-чуть утрирую, но православная модель утверждения истины, она вот такая специфичная. Если запад следует логике, если факты, выводы и все логично мы соглашаемся с этим решением, то Восток, который менее уповает на логику, а больше уповает вот на эту причастность, он неминуемо порождает такую систему. Еще по поводу соборов. Соборы бывают не только вселенские. Время от времени церковь собирает и поместные соборы. Что такое поместный собор? Поместный собор это не собор а епископов со всей всей церкви. Поместный собор это собор епископов какого-нибудь патриархата, например. Может быть, Константинопольский собор, может быть, например, Московский собор, когда собираются епископы, принадлежащие к Московскому патриархату. И помните, например, при обсуждении истории России мы говорили о Стоглавом соборе, мы говорили о том, о злосчастном соборе 1666 года, за который, после которого раскол стал особенно болезненным. А, так вот, а такие соборы тоже собираются, такие соборы тоже принимают решения. И такие решения могут быть даже авторитетные не просто для тех, которые приняли решение, или не только для этого патриархата. Такие решения потенциально могут быть авторитетны для всей церкви в совокупности если вся церковь примет решение и поместного собора в том числе, например, мы с вами говорили о Григории Паламе и о решении поместного Константинопольского собора в отношении того, что паламизм и исихазм это православное учение, это поместное решение. Но Григорий Палама начинает поминаться не только в рамках Константинопольского патриархата, но он, его поминание приходит на Русь, его поминание приходят в другие патриархаты, и тем самым вдруг оказывается, что решение Поместного собора оно выразило, ну, насколько это можно, оно выразило вселенскую истину, и теперь просто вся церковь с этим соглашается. Так вот работает догматическое творчество православной церкви. И еще раз мы с вами говорим о соборах. Нужно отметить, что соборы не только догматические решения принимают, существенной частью православной жизни являются еще и канонические решения соборов. Догматические решения ⁇ это решения о вероучении. Канонические решения ⁇ это решения о порядке церковной жизни. Если догматических решений совсем немного, и мы их там за две минуты все можем перечислить, то что касается канонических решений, их многие сотни. Большинство соборов, собираясь, принимало сотни всевозможных решений по организации церковной жизни. Там как жениться, как выходить замуж, как становиться монахом, как ставить священников, как снимать священников, что делать, если там развелись, вступили во второй брак и так далее. Вот сейчас протестанты много обо всяких повторных браках и всем прочим спорят. Так вот, не мы первые, которые столкнулись с этой проблемой, но как эта проблема решается в православной церкви? Собираются соборы и принимают десятки канонических решений в отношении всевозможных ситуаций. Причем решения о разных-разных сторонах жизни. Ну, например, если священник будет мыться в бане с женщиной, то он должен быть запрещен в служении. Да? Ну, или вот какие-то такие вещи. Там множество подобных решений принимаются соборами, и так что создается так называемое каноническое право издаются сборники этих решений, они систематизируются. Это еще в древности, в Византии началась систематизация канонических решений, когда все решения по темам группируются, создается так называемое каноническое право, оно есть в православной церкви. Если вы знаете, вот, например, у нас есть там уголовное право, гражданское право, кодексы, законы и так далее, в православной церкви на основании канонических решений и соборов создается что-то очень похожее, так называемое каноническое право, с разными канонами на разные темы, потом создаются комментарии к канонам, где поясняется, что же значит эти каноны и как их применять. Иногда ситуации оказываются достаточно сложные и в канонах трудно разобраться, поэтому в православной церкви есть такой орган, называется церковный суд, который решает в каких-то сложных случаях, как именно должны применяться каноны. Так как канонов много, они принимались в древности, каноны разнообразные, и не всегда легко и просто и естественно применять канон в настоящее время, то не всегда канон применяется буквально так, как он написан. Это бы породило огромное количество проблем в православной церкви. Поэтому в православной церкви есть еще любопытная специфика. Есть так называемая кривия, буквально исполнение канонов. И есть экономия, когда из пасторских соображений канон определенным образом трансформируется. Просто, например, как пример о кривии и экономии можно привести следующее. Например, если человек из другой христианской конфессии желает присоединиться к Православной церкви, то есть три способа приема. Человек может быть присоединен к Православной церкви через крещение, ну как и любой неверующий человек. Человек может быть присоединен к православной церкви через миропомазание, а миропомазание это следующее за крещением обряд в православии. И человек в православной церкви может быть присоединен просто через покаяние. А то крещение и миропомазание, которому у него было, например, если он из католиков переходит, оно просто признается как уже совершившееся. Понятно, что выбор того, как человек присоединяется к Православной церкви, зависит от того, какой конфессии он принадлежит. Но еще и священник, который принимает переходящего, он при этом, исходя из экономических соображений, то есть исходя из соображений пасторской пользы, может немного трансформировать вот эти каноны и сказать, например, католику, ну хорошо, ты переходишь к нам можно бы тебя было принять и через покаяние, но вижу, что для твоей душевной пользы будет хорошо, если мы тебя крестим. Так что в православии есть определенная гибкость в применении канонов, и вот это вот все, это тоже предание православной церкви, это то, что регулирует, определяет, направляет про жизнь православной церкви. Просто еще как иллюстрации канонов, может быть вы наверное, слышали такой термин ⁇ каноническая территория ⁇ Время от времени возникают такие споры, когда православная церковь вдруг возмущается, почему на нашей канонической территории, там, ну, например, католики пытаются что-то делать. Есть канон церкви, что на каждой территории действует только один епископ. Не может быть два епископа, ответственных за одну территорию. Есть Россия, вся территория поделена между епископами. И они говорят, вот это вот наша каноническая территория. Ни один другой епископ, например, католический, ну или еще кто-то, не имеет права теперь что-то здесь делать. В разговорах с протестантами, конечно, на каноническую территорию ссылаются пореже, но по той причине, что это же надо еще протестантского епископа епископом настоящим настоящем признать, это а как есть некое так, пренебрежение, да, то этот аргумент не часто употребляется, но тем не менее есть канон, есть каноническая территория, и при организации жизни, при каких-то спорах есть ссылки на эти каноны. Еще один канон, который вот сейчас вызывает многочисленные споры, это канон, запрещающий, там, например, совместную молитву с еретиками. Время от времени возникают претензии к московской патриархии, потому что московская патриархия входит во Всемирный Совет Церквей, и какие-то взаимодействия некоторые с другими конфессиями есть, и вот постоянно такие представители маргинальных фундаменталистов вот на основании именно церковных канонов обвиняют московскую патриархию в том что она ненадлежащим образом себя ведет и время от времени появляются какие-то священники какие-то церкви которые заявляют о разрыве с с московской патриархией именно исходя вот из этих канонических положений так что просто представляя себе как устроена жизнь Православной Церкви, внутренний порядок Православной Церкви, почему они принимают те или иные решения, мы должны знать, что есть священное Писание, конечно, но существенная часть вероучения регулируется еще и догматами Церкви, а существенная часть повседневной практики регулируется каноническими решениями вселенских соборов, и вот это вот все позволяет Церкви сохранять определенную организованность. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.